Привет, ребятки! Сегодня наконец-то с Алика ко мне пришел мой шеф-нож. Мой первый шеф-нож, чтобы быть точной. Шел он примерно месяц, точно не скажу, но пришел одним словом в срок. Упакован отлично, хорошая воздушно-пупырковая пленка. И нож вообще не пострадал при транспортировке. Сама коробка отличного качества, прочная. И в ней уж точно сложно повредить ножичек. Немного слов о самой компании-производителя. Это не реклама, сразу хочу сказать. Я просто делюсь с вами информацией о купленных мною вещах. Вдруг кому-то это окажется полезным. Итак, Ксензуа специализируется на высококачественных кухонных ножах из дамасской стали. Придерживаются концепции изобретательного движения по жизни и создают удивительные ножи. Они стремятся создать свой собственный мировой бренд кухонных ножей из дамасской стали высокого класса. Они создали собственную систему управления качеством, провели углубленные исследования стали, способа резки лезвия, структура рукояти. Одним словом, ребятки из Синзо серьезно подошли к этому вопросу. И, по-моему, у них это неплохо получилось. Ножи от Синзо обладают новейшими технологиями и концепциями дизайна. И на самом деле, ножи очень красиво выглядят, и их приятно держать в руках. Шеф-нож, да и вообще все ножи от Ксензуа, поставляются в фирменной упаковке. Такое не стыдно подарить. Он может стать отличным подарком как для мужчин, так и для женщин. Такой нож – стильный подарок для профессионального повара. Ну или для бабушки, мамы, сестры, любимого мужа. Да и просто любителям кулинарии будет приятно приобрести такой ножичек. Повод для подарка, я думаю, вы придумаете сами. Ну а если не придумаете, я вам подскажу. Такой нож можно подарить на Новый год, на годовщину, день рождения, юбилей, переезд, 8 марта, 23 февраля, новоселье, да вообще на любой праздник можно подарить такой нож. Но в целом я думаю, что для подарков повод не нужен. Захотелось – купил, захотелось – подарил. Ну а для чего же мне пригодился такой острый профессиональный нож? Конечно, он нужен каждому шеф-повару. Я веду этот канал о кулинарии. Мне, безусловно, этот нож нужен позарез. Без такого ножа не нарезать нормально продукты. Наши домашние ножи, купленные за пару долларов, никогда не сравнятся с качеством этого профессионального ножа. Такой шеф-нож станет отличным помощником у меня на кухне, сильно облегчит готовку. Все продукты режутся намного быстрее и легче с помощью него. Он просто ультра тонко может нарезать овощи и фрукты, что мне очень необходимо. Это просто чудо. Это уникальная вещь, и она должна быть у каждого, кто любит готовить. Здесь мы видим инструкцию по заточке нашего ножа. По картинке видно, как нож точат на водных камнях. Но я свои ножи затачивать на водных камнях пока не буду. Я прикупила точилку специально для этого ножа. Да, покупая такой серьезный нож, нужно позаботиться и о его заточке. Если мы не будем заботиться о таких ножах, они не будут нам верно служить. Вы, наверное, спросите, откуда я все это знаю, ведь этот нож у меня первый, у меня не было до этого таких ножей. Я вам отвечу. Я так же, как и вы, смотрела обзоры, очень много видео пересмотрела, прежде чем купить этот нож. И он мне по видео, по отзывам, по комментариям очень понравился. Внутри коробочка отделана красным бархатом. Это очень красиво смотрится, оригинально.
На внутренней части крышки можно видеть надпись от производителя серебряными буквами. Крышка легко и надежно закрывается и крепится на магнитах. Это очень удобно. Наш нож упакован в чехол из целлофана. На кончиках ножа надеты пластиковые заглушки. Это очень приятно, что производитель позаботился о сохранности своего товара. Ну вот, друзья, наконец-то мы добрались и до самого ножа. Перед нами нож Ксензо, повторюсь, серия Histria Hammer Damascus. Пройдемся по его характеристикам. Материал лезвия – дамасская сталь премиум класса. Изготовлена из 67 слоев высокоуглеродистой дамасской стали с сердечником 10CR. Твердость может достигать 62 HRC. Также сталь обладает сильной антикоррозийной и ударной вязкостью. Угол заточки данного ножа 15 градусов на каждую сторону. Длина лезвия 210 мм. Как утверждает производитель, нож имеет идеальную остроту. Благодаря 10-миллиметровому сердечнику лезвие невероятно прочное и стабильное. Острый край может сохраняться в течение нескольких месяцев при частном ежедневном использовании. Нож обладает превосходной остротой, им можно легко нарезать мясо, овощи так тонко, как нам нравится. Как мне нравится, как мне было необходимо. Ну, остроту лезвия мы с вами проверим чуть позже, а сейчас давайте насладимся ручкой этого ножа. Давайте теперь посмотрим, что пишет нам производитель о дизайне ручки. Эргономичный дизайн ручки обеспечит удобное удержание. Нож Ксензо комфортно и удобно лежит в руке, что дает вам возможность с легкостью нарезать любые продукты. Дерево рукояти пакка придаст стильный внешний вид. Роскошная отделка привлекает внимание. Все отлично написано. Теперь давайте разберемся, что же такое дерево пакка. Пакка – так называется один из самых современных декоративных материалов. Он представляет собой слоистый пластик, который состоит из пластин ценных пород древесины. Поры дерева, а также межпластинчатое микропространство заполнены скрепляющей фенольной смолой. По техническим и эксплуатационным характеристикам пакка превосходит и натуральное дерево, и пластик. Этот материал визуально привлекателен, влага и морозоустойчив, химически нейтрален, устойчив к износу и деформации, а также достаточно дешев. И именно из паки получаются отличные рукояти для кухонных ножей. Ну а теперь пришло время проверить нож на остроту. Устроим ему небольшой тест. На обычной бумаге.
Ребята, вы знаете, это очень приятное занятие, похоже на медитацию. Мне нравится это, я не хочу останавливаться. Класс. Ну, как видите, нож острый. Гиперострый. Он острый, как бритва. Он очень классный, он отличный. Это мой любимый нож. Теперь. Ну что, я поздравляю саму себя. Теперь буду с ним готовить, резать. Все, что мне необходимо. Я просто очень довольна, что получила такой нож. Да, стоит он хороших денег, но качество у него замечательное. Ну и напоследок приведу вам несколько отзывов с сайта покупателей. Пишет некая Укка 1981. Приветствую всех тех, кто посетил мою страничку и заинтересовался данным ножом. Сегодня при приготовлении обеда поймала себя на мысли о том, что хочу рассказать о своем помощнике, без которого не обходится ни одна моя готовка и который помогает мне на протяжении довольно долгого времени. В свое время мне его подарил муж. Без повода, а просто, чтобы порадовать, так как я очень люблю готовить. И вот уже на протяжении более чем 4 лет он радует меня на кухне. Упаковка, конечно, за это время изрядно потрепалась. А вот нож по-прежнему такой же острый, как и в первый день, несмотря на то, что его ни разу не точили. Вот такой вот комментарий, по-моему, он заслуживает доверия, как вы думаете? Вот вам еще один комментарий пользователя от некой Катюши Та. Ножей на кухне много не бывает, пишет она, а хороших тем более. Качественный китайский нож я заказывала через AliExpress. И скажу сразу, покупкой своей осталась довольна. В эксплуатации нож уже больше года, а до сих пор выглядит как новенький. Вот так вот. Ребятки, ну а если вам понравился этот ролик, предлагаю вам поставить лайкосик моему видео, подписаться на канал. Я буду вам за это очень благодарна. Спасибо вам за то, что посмотрели мой ролик. Всего вам доброго, всего хорошего. Пока.